Итак, одна из последних серий летсплея Pokemon Platinum. Собственно, я думал, что я уложусь в две серии, но все-таки оказалось внезапно, что на том самом острове, про который я уже говорил, который открывается только после победы, вернее, прохождения основной игры, там, оказывается, есть еще одна часть интересного сюжета, связанная с несколькими персонажами, которых плоховато раскрыли в основной игре, поэтому после Покелиги есть смысл сходить туда и ее тоже записать и залетсплеить. Поскольку там гораздо теперь интереснее станет, чем раньше, я это вычитал в Вики. Но вот дело в том, что я решил, конечно, хотел закончить игру в Покелиге, поэтому не знаю даже. Мысль у меня такая, пройти за одну серию сейчас до Покелиги, высказать все свои впечатления по игре, и закончить серию, пройти Покелигу за кадром, потом записать две серии, там, я думаю, в две серии мы как раз уложимся на прохождение вот этого самого острова, и потом в последнюю серию пройти еще раз в Покелигу и записать ее как... как будто я прохожу первый раз вместе с титрами и всем прочим в отдельную последнюю серию, таким образом завершить летсплей. В общем, вот так вот я думаю сделать, по-моему, идея в целом неплохая, тем более, что каждый раз, когда можно проходить Покелигу, каждый раз это будет выглядеть, как будто я прохожу ее в первый раз. Такая вот странная воронка. Ну ладно, сначала дойдем до этого дела, потом уже будем разбираться, что там да как. Собственно, проходить осталось совсем недолго, мы уже практически до самого конца дошли, просто пара коротеньких дорог, и, естественно, меня опять начинает сразу же мучить. Да. Я собираюсь идти по Покелигу, неважно, сколько это сложно. И чё же ты здесь ползаешь, корова мелкая, блин, вместо того, чтобы взять и идти туда, сволочь. Ё-моё, это сейчас что за чудище ушастое. Ну ладно. Во всяком случае, я подкачал своих покемончиков, поэтому... я думаю, теперь я могу справиться и с Покелигой, и с кем угодно. Ну хотя посмотрим, не надо, конечно, заранее предугадывать. Сначала надо дойти. Ладно, придется опять минимум прокручивать. Готов. Йоу! Старая выросла 34 уровня. Да, я решил все, что все-таки моя эволюция, которая была Вивальки. Да, она будет не последней, последней станет. Что? Старая эволюционирует. И последней эволюцией станет моя птичка. Все-таки она заслуживает это право, так сказать. Получить свою эволюцию. Ну, чудище! Поздравляем! Ваша старая эволюционировала в Стараптора! Стараптор, такое прям имя. Стараптор. Еще и хочет выучить движение для покемонов-борцов, странно. Ну ладно, в конце игры нам это все равно не нужно, поэтому фиг с ним уже, с этим бойцовским мувом. Тут уже совсем чуть-чуть осталось дойти до конца игры. Так, столько нужно будет теперь разобрать экс-бейджик. Вернее, не экс-пшейр. Я раньше думал, что это какой-то ошейник, а это всего лишь делитель опыта. Да, который разделяет на двоих покемонов. Этот самый опыт, а в следующих играх это будет уже, конечно, посерьезнее. Так, давайте-ка это всех уворачиваться, а то меня сейчас опять задолбают и не своими драками постоянными. Блин. Только я совсем забыл, что тут еще и сами по себе спаунятся. Ну ладно. Мне, конечно, Люксрей надо прокачать до 70 уровня, а то я уже всех остальных прокачал, а его нет. Ну ладно, как раз таки пока дойдем, будем только за него одного играть, использовать все свои зелья, которых у меня, как я уже показывал, там миллионы, наверное. Блин, только не это. Пройти нельзя. Черт, и тут какой-то урод, который стоит и просто смотрит в одну точку и не хочет больше никуда повернуться. Ну что же это такое, а? Ну вы меня просто бесите этим мувом, этим приемом дурацким. Да-да-да-да-да-да-да, лошара. Все вы только можете что хвалиться, и все равно в итоге, блин, выпускайте своих несчастных рыбок и всякую прочую фигню и лошье. Мальки всякие, да, пискарики. Так, ну ладно. Проблемы с этим опять же нет, поскольку как с самого начала я начал играть с целью мочить всех врагов с одного удара, так это я до сих пор повторяю. И вполне это неплохо получается в целом. Да. Так что давайте, заваливайте меня кем хотите, мне как-то плевать. На всех мне хватит, думаю. И зелек, и умений, и всего прочего. Я все-таки не зря прокачивался. Да. Гриндился. Блин, еще и двойная бита, вы что, издеваетесь, что ли, а? Я, конечно, понимаю, что конец игры как бы практически, поэтому нужно уже и серьезные препятствия, там, и сильных врагов и так далее. Все-таки, блин, вы уже задолбываете, я уже 5 минут бегаю практически. И ведь я еще даже не начал толком. Вот уроды, а. Мне даже не хочется переводить всю эту фигню, которую они несут, эти все безмозглые тупые дети все равно получают плохари, дают мне все свои деньги, поэтому вообще можно забить на это. Так, ладно. 6 покемонов. Вау, как страшно. Ну давайте, что ли, давайте мне тоже все свои деньги, фигли. Так, я жадный, мне нужно больше. Такс. И что же, на что мне использовать? Так, ну, пожалуй, так. Вот так. Да. Хорошо, что все-таки со временем я смог выучить то, что мне стоит использовать, только я случайно убил Флоську. Да, извини, Флоська, я забыл, что эта хрень действует массово. Вот, блин, я и не знал, что она действует массово. Ладно, буду знать. Держись, Флоська.
Так, будем бить чем-нибудь полегче тогда уж, пожалуй. Может, Waterfall'ом? Тыдыщ! Хи-хи-хи. Да, Псидак эволюционирует в такую страшную серую хрень, да. Первая форма, честно говоря, у него получше будет. Вау, как страшно. Так, ну еще раз попробуем, что ли. То же самое, наверное, Waterfall. Может быть, хотя бы раз удастся его применить или нет. Да, надо было думать, конечно, что делаю. Ну вот, сработало. По крайней мере, радуюсь, что хотя бы Waterfall действует на всех сразу. Так, и добить. Готово. Че, еще не все, что ли? Блин, да что ж такое-то? Ладно, меня, конечно, всех хватит, но, блин, я опять же не хотел бы тянуть уже время и за эту серию уложиться и пройти, короче говоря, до этого самого, что я хотел сказать-то. Да-да-да-да, давайте все свои деньги, дойти до Покелиги уже и со всем этим делом закончить. Так, успеть бы. Черт, не сволочь, хрен, что успеешь, ну ладно. Еще и рандомы спавнится постоянно. Понаехали тут, понимаете, блин, высокоуровневые засранцы. Тоже очень, тоже мне, блин, очень страшные. Левел ап, хорошо. Да, думаю, до 70 уровня как раз докачаюсь к лиге. Хотя, конечно, когда я буду перепроходить ее, нужно будет уже стать, блин, стать получше. Да что ж такое-то, а? Вы что, все издеваетесь, что ли? Кстати, забыл какую-нибудь муфу ему дать вместо бита. Нафиг этот бит нужен, если есть кранч. Да. Потому что я ни хрена не помню, как это точно переводится. Хотя бит это вроде как укус, а кранч это вроде как... О, какой укус! Да, укусище! Ну ладно. Тут у нас, конечно, тоже есть скрытые вещи всякие. Блин, опять что ли? Что ж такое-то, а? Опять преграждают дорогу. Ультрабол. Нафиг он уже нужен в конце? Уже давайте мастерболы, что ли. Хотя да, раскатал губу. Мастерболов всего две штуки за всю игру встречается. Так что нефиг их мечтать. Ха-ха-ха, я такой хитрый взял и обошел этого жирного урода. Вот так-то. Я, конечно, потом вернусь и вытрясу из них все их деньги. Постучу их пару раз башкой об скалы обязательно в отместку, но все-таки это будет уже за пределами этого дела. За пределами этого дела, чего я только не говорю, а? За пределами летсплея. Давай, отвернись, отвернись, тварь вонючая, отвернись, скотина. Ага, я успел. Да. Какой я довольный прямо. Сумел обдурить искусственный интеллект, который смотрит тупо в одну точку. Или в две точки, если повезет. Да. Тут тоже полно скрытых вещей, но уже ладно. У меня и так всего полно, так что фиг с ним. Некогда на это тратить время. Ну вот, наконец-то и Покелига. Вот здесь я когда-то в демоде докачивался и докачивался и докачивался, потому что боялся, что покемоны чемпиона будут самыми крутыми. Я, кстати говоря, не ошибался. Они действительно были очень крутыми. И битва в самом конце была сложноватая, но... Хотя, как сказать, сложноватая. Там раз пять ударов, и он сдох. Тоже мне сложность. Ладно. Игры, опять же, не на сложность, здесь рассчитаны не на задротство. Вернее, да, наоборот, они засчитаны на задротство, но на простейшее. Этот гринд, он... ничего в нем сложного нету, конечно же. Другое дело, если бы приходилось задрачиваться, извиняюсь за использование этого слова, в сильных каких-то хитрых действиях, там, приемах и так далее. А так все довольно-таки просто. Так, ну ладно. 27 уровней разницы, я думаю, нормальная разница? Нет, не нормальная, к сожалению. Ладно. Да что ж такое-то? Видимо, все-таки Люксику здесь ненормально. Ой, тьфу, ты ненормально. Не весело будет бегать. Потому что он тут довольно-таки слабый. Ладно. Мне главное это сейчас просто дойти до конца этой гробаной пещеры, блин. Да мать вашу. Только это будет не так уж легко, я так думаю. Ну ладно. Главное, чтобы хотя бы мув хватило. Вау, какой-то страшный. На. Это неприятно грызть железо, я так думаю. Ну, потому что этот покемон был похож на железного, хотя бы что он и каменный, фиг его знает. Блин. Ищи тупик какой-то. Может тут что-нибудь есть? А вот хрен, здесь ничего нету. Да. Ладно. Пересесть что ли на велик? Ах, ну и конечно, какой-то урод стоит и поджидает меня. Нет уж, я лучше обойду его. Так, кстати, да, что я туплю, у меня же есть репелы еще. Докачиваться это хорошо, но я лучше докачаюсь на финальных противниках. Так, где там у нас этот репел? Я надеюсь, их не все еще сожрал, то я уже не помню, честно говоря. Так, макс репел есть. Ну, теперь один остался, но я думаю, этого хватит, чтобы выйти из этой дурацкой пещеры. Да блин, опять тупик. О, Макс репел. Спасибо, блин, что ли, обрадовали меня. Да. Так, ну ладно, главное, чтобы его надолго хватило. Так, куда идти-то? Что-то не догнал. Ладно. Спускаться, видимо. Еще иногда эти спуски так хрен заметишь. Тем более в одном из мест там вообще было невидимо практически. А, ладно, неважно. Лишь бы было куда идти. Блин, тут идти-то некуда. Чё все перегородили? Ну, блин, разумеется. Опять какой-нибудь урод выскакивает и начинает драться. Я псих, я, может, видеть твое будущее, блин. Погадай мне по ручке, сволочь. Да.
Ладно, сейчас ему погадаю башкой об камень. Либо что-нибудь еще потяжелее. С огромной радостью. Так. А, забыл совсем, они же к тьме уязвимы, все эти призраки. Надо будет не забывать это. Так, Генгард тоже уязвим, кажется. Отлично. Хе-хе-хе. Так, нормально, нормально, сейчас заодно прокачаемся. Гардеур, вау, редкость. Нормально. Раз, и в глаз. Блин, живучий, однако. Ладно, еще раз и в глаз. Электрическим стулом. Хотя это скорее какая-то шаровая молния, больше на то похоже. Ну, можем, или может быть мув шаровая молния здесь и так есть. Да вы что, издеваетесь, что ли? Куда здесь идти-то, ё-моё? Торрент. Спасибо за торрент, конечно, но все-таки торрент, блин. Да. Так, все-таки не объясняет, куда же мне идти надо. Здесь не пройти, здесь не пройти. Рок Клим больше нигде не использовать. Еще и репел тут же сяк. А, капец, а. Видимо, я где-то что-то опять не замечаю, и из-за этого начинаются у меня проблемы. Ладно, у меня еще есть два макс репела. И у меня еще есть целых 20 минут на эти попытки найти выход из этого дурацкого места. А, да, точно, что я думаю. Вот же он. Главное, подошел и опять не заметил, блин, этот дурацкий рок клим. Ну ладно. Главное, они стоят на месте, да, хотя бы точно я быстрее смогу пройти все это дело. Опять какой-то урод стоит на дороге, да вы задолбали уже, козлы. Покажи мне, как ты дерешься здесь, давай это сделаем, блин. Давай отломаю от моста большое полено, как дам тебе, чтобы ты в землю вбился, как в американских мультиках про тупые избиения. А. Да, большое пухлое яйцо с яйцом, да. Замечательная рекурсия, нифига себе, еще живучая, о, еще и опасная, ладно. Ладно, ё-моё, нифига, ну живучая. Ну, зато хотя бы кучу очков дают, на том спасибо. Я так думаю, Люксик теперь точно покачается. Ё-моё, это еще что за ужас. Ладно. Тут некоторые монстры сами по себе пугают. Вот. Аж заморозили моего бедного Люксика. Чёрт. Давай, Люксик, давай. Да, Лен. Нет, видимо, нужно кого-то другого брать. Так-с, и кто же у меня... блин, не то нажал. Кто же у меня неуязвим ко льду-то, а? Ах, да, Вивайл, точно. Вивал 34 уровня, я думаю, он точно сможет это дело сделать. Да. Действительно, может Рок Смэш или Стрэндж лучше? Да. Нет, извини, Вивал, но сегодня не твой день. Ладно, может быть, Гератита справится? Это же здоровенное чудовище. У-у-у. Ancient Power. Сработал, хорошо. Да. Магнезон, ё-моё. Нифига себе, однако, кого тут, кого сюда только не запихают. Ну ладно, надеюсь, что ему хватит Драгон Клауа. Тыдыщ, ни хрена ему не хватило. Да. Ладно, давай, Гератина, не сдавайся. Не сдавайся, даже если тебя убьют, все равно не сдавайся. Да, против него вообще хотя бы что-нибудь действует, а? Видимо, нет. Да. Гератину вы утащили нахрен. Ах, тебя нет, не утащили. Но это тоже неэффективно, черт. Да что ж такое-то, а? Здесь вообще хотя бы что-нибудь в этом мире эффективно, а? Так, Лосика, давай ты что ли, 70 уровня. Наверное, уж точно справишься с этим уродом бесполезным, а? Наверное. Да. Спасибо, обрадовали вы меня, товарищи, под конец игры, блин, самыми сложными, блин, чудовищами. Ну, хотя бы я победил, наконец-то. Спасибо, спасибо, урод. Ах, теперь еще лечить покемонов всеми средствами. Я, конечно, средств полная задница, у меня даже он... фулл ресторов полно. Так что не буду париться, просто его и вылечу сразу тем другим. Вот и нормально. Так, и... где у меня там Макс Ревайв был? Макс Ревайв, Макс Ревайв... Бедная Вивалька, случайно ее мочканул. Не стоило, конечно, биту выпускать, но ладно. Будем знать, будем знать. Вот это, кажется, выход, да? Вы что, серьезно? Это не выход, это Victory Road. Так, стоп, кажется, мне не на Victory Road, если не ошибаюсь. Тут где-то другой выход есть, вон тот вон. Или нет, или это не выход. Черт возьми. Нет, это, по-моему, да. Ой, блин. Ладно, продолжаем мучиться еще. Я надеялся за одну серию справиться и с прохождением до Покелиги, и с высказыванием всех своих впечатлений, но, судя по всему, впечатление придется оставить на конец игры, не знаю уже. Но, кстати говоря, это тоже неплохая идея. Если я сейчас не уложусь в малое количество времени, то придется действительно оставить выводы об игре на конец игры. Так. Хорошо, перескочил. Надеюсь, я не хотя бы не дура этих призов сюда. Потому что призы это круто, но все-таки хотелось бы уже игру заканчивать понемножечку. А то слишком долго все это дело будет длиться. А вот хрен, здесь ни хрена нету. Призы. А, черт. Не то, не то, не то. Да, походу, надо было все-таки затариться всем этим делом, раз уж у меня столько бабла. И Рок Смэш, ой, фу ты, блин, и Макс Репеллами, и всем прочим.
Так, задачка. Решено. Да. Походу, мучиться мне придется еще долго. Или, может быть, я опять зашел не туда. Вот черт, а. Последний Макс Ребел. Сейчас мне будут опять дрючить и мучить все, кому не лень, абсолютно. Да. Ой, отлично, я еще неправильно подвинул камень. Ну, красавец. Из-за того, что неправильно подвинул камень, тебе придется возвращаться в начало игры. Ой, в начало игры. В начале предыдущую локацию и проходить это все заново. Короче говоря, давайте-ка уже прервемся и пройдем это, когда я разберусь с этим делом, иначе это будет точно надолго. Так, да, так и проблемы не кончаются, и уроды тоже, которые хотят меня замочить. Ой, блин, на Тротеру не действует электричество? Черт возьми, я не знал даже. Ладно, блин. Тогда надо что-нибудь другое выбрать. Кто у меня еще имеется-то? Нет, трава бьет воду, огненного у меня нету. Черт, даже не знаю тогда. Ну ладно, возьму тоже тортика, что ли. Тортик против тортика, это ж так мощно. Earthquake, ха-ха-ха, лошара. Это мне не действует. Так, у меня есть кое-что покруче. Промазал, молодец. Еще раз, опять промазал, молодец. Еще раз, опять промазал, молодец. Еще раз, наконец-то. Наконец-то покрыс. О, ну другое дело, наконец-то пошло в мою пользу, блин, сражение. Кошмар какой-то. Пока я дойду, меня уже 10 раз перемочат, а, уроды. Я уже не говорю про то, что сколько я денег отмою за это время. Так, ладно, сохраняемся. И что теперь? Опять? Да что ж такое-то, а? Да. Позвольте мне увидеть, какой ваш покемон крутой. Позвольте мне увидеть ваши кишки, пожалуйста, уроды вы поганые. А, ладно. Discharge. Готов. Next. Зато уже почти докачался до 70-го, что ж. Лики-лики, ё-моё. Discharge. Почти сработало. Earthquake. А, фух, Люксик выжил, умничка. Я уж был испугался, что хана ему сейчас придет. Ну ладно. Бриллиант. Уроды вы проклятые. Мне даже ваши деньги не нужны. Я уже хочу просто закончить игру наконец-то. Если это возможно, конечно. Сколько мне там бабла? 814 тысяч. Я и говорю, пока я пройду игру до конца, у меня уже станет 999 без всяких читерств. Не понял. Спуск вниз? Вы ничего не путаете, нет? Или это я что-то путаю? Фиг знает. Ладно. А, нет, кажется, да, я спускаюсь туда, куда надо. Ну, хорошо. Хотя бы какой-то прогресс, тем более, что у меня сейчас Ребел иссякнет. И еще один говнюк, который хочет меня уделать. Господи. Ладно. Походу, я действительно буду до самого конца игры перять. Ой, блин. Так, походу, надо было сначала вылечиться. Ну, ладно, ничего страшного. Гиперпоушен. Ой. Я, кажется, не то использовал. А, ну, ладно. Он, по крайней мере, ничего не сделал мне. Так. Люксика. Давай, Люксик. Вылечись. Выдержи как-нибудь. Фу, молодец. Discharge. Электрический стульчик — это самое крутое, что может быть, если, конечно, не в бою со своими. Ну ладно. Готов. Next. А, все что ли? Фу, лошара. Так, я надеюсь, это был последний урод. Нет, это был не последний урод. Еще какой-то спуск вниз. Еще Виктори Роуд, нифига себе. И вот когда я играл в Diamond, гораздо легче было. Там не нужно было проходить вот это вот все, насколько я помню. Хотя да, я не помню, честно говоря, совершенно, нужно было это проходить или нет. Ох, черт. Ладно. Нам и так хватает битв, поэтому нужно кое-что сделать, наверное. Нужно бы сходить купить Макс Репелов, а то, блин, сейчас меня будут еще и дикие атаковать постоянно. О, черт, а. Ой, ладно. Я все-таки надеюсь, что это будет уже конец скорой игры. Так, ну-ка. Понятно, сюда не надо было идти. Опять урод какой-то. Ну что ж такое-то? Что ж ты будешь делать, а? Просто заваливать меня одними и теми же тупыми противниками. Пусть у них, конечно, и сильные, и красивые покемоны, которых я раньше не видел, но все равно они, блин, все тупые, тупые, тупые. Да. Ну ладно, придется терпеть, что ж поделаешь. Абсол, вау. Ужас. Ладно. Сакер Панч. Ну и название, однако, у этих мулов. Ну ладно, пофиг. Даск. Ну, кошмар, а. По названию, по имени покемона вообще не определишь, что это за чудовище. Каждый раз окажется, да. Но ничего хорошего это не предвещает в любом случае. Так, у меня еще Rare Candy, кстати, есть. Я их так до сих пор не использовал, честно говоря. Надо было бы, конечно, но да ладно, успею, я так думаю. Так, вот. Опять плавать, да? Да черт, 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 сейчас буду еще не те кнопки нажимать. Ну, короче говоря, да, придется, скорее всего, подводить итоги в последней серии, потому что я однозначно сейчас буду до конца серии пилить только до выхода. Однозначно, меня сейчас просто все задолбают, все, возможно, уроды меня задолбают в этой игре.
Ой, блин, да. А я тоже было думал, что уже конец, уже совсем чуть-чуть осталось пройти. Я там думал, 5 минут сейчас пробегусь по пещере, как это делал в Даймонде. Да, хотя не помню, делали это или нет там. О, Waterfall. Я надеюсь, это наверх. Я очень надеюсь, что это выход. Я молюсь, чтобы это был выход, блин. Пожалуйста, скажите мне, что это будет выход, а? Что это будет выход, а не какой-нибудь тайничок опять долбанный. Это опять какой-то урод долбанный. Да что ж такое-то? Ну, на самом-то деле, я прям не возмущаюсь. В самом деле, за пределами летсплея я бы был только рад. Вот каждому врагу, каждому сражению, каждому покемону, всему чему угодно. Но не сейчас. Не сейчас, когда я пытаюсь закончить эту несчастную игру. Ё-моё. Да. Видимо, я этого никогда не сделаю. Я сейчас взываю абсолютно всеми покемонами из всего, из всех покедексов, всех регионов предыдущих. Ой, блин. Да. Ну да ладно, как-нибудь вытерпим уже, наверное. Если у Люксика хватит мулов, конечно. Это, кстати, да, он уже 70 уровня, так что можно, если что, кому-нибудь еще использовать. Ой, черт. Так, ладно, откусим ему. Раз. Готов. Хе-хе-хе. Лошара. Текс. Так что Rare Candy я пока что поэкономлю для финальной битвы, так уж и быть. Чтобы в финальной битве можно было всех убивать с одного удара. Да что ж такое-то, что ж ты будешь делать, мать вашу. Мать вашу за ногу. Валим, короче. Некогда драться со всеми. Это выход, это выход, это выход. Неужели это выход? Ой, какое счастье. Я сохранюсь лучше нафиг. Ой, какой-то урод стоит. Блин, 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 если он сейчас повернется, он же меня увидит. Ладно, я выдержу как-нибудь. Скорее, 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 беги, 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 беги. Он меня не увидел. Зато вместо меня увидели другие уроды. Так, идите нахрен все. Вы нахрен, и вы. Так, куда же мне идти-то, блин? Кажется, не в ту сторону опять попёрся. Что ж такое-то? Так, и вы идите нахрен, и вы, да беги уже. Так, да, тупик Razor Claw. А, да, тот самый, с которым я прокачал снизили до Вивальки. Ну ладно. Все равно нафиг не нужно. Опять бежим. Мне уже устал драться, я хочу просто убегать от всех. Мне еще предстоит там одна серьезная битва, так что я лучше буду от всех остальных убегать. Так, не понял. Куда я сейчас попал? Да. Походу, мои злоключения будут длиться не одну серию в этой пещере. Я буду мучиться вечно. Да, мне будут на каждом шагу сейчас закидывать покемон. Один за другим, один за другим, один за другим, мать вашу. Не будете задалбывать. Проклятые вы уроды. Я еще пришел не туда, куда надо, да. Здесь находится какой-то засранец, который блокирует доступ на север. Цинк. Цинк это хорошо. Вернее, не на север, а там находится еще одна локация с вещами и покемонами. Ее можно будет посетить только после победы в Покелиге, насколько я помню. Так, ага, все, я, кажется, я понял, куда надо идти, наконец-то. Но, к сожалению, у меня есть еще одна неприятная новость. Сейчас меня будут опять дрючить и мучить. Да, это будет это гораздо сложнее, чем я думал. Придется пройти мимо этого старого козла. Урод. Я могу взять велика, засандалить ему прям промеж глаз, а? Это было бы очень весело. Однозначно веселее, чем бить каждого на своем пути. Ой, блин, Paragon Z, это робот, что ли, какой-то? Фиг его знает. Ну ладно. Бесполый, тем более. Ё-моё, что это еще за чудище? Это какая-то морская капуста. Ой, ладно. Меня на всех должно хватить. Терпи, терпи, осталось уже немного. О, Эмполеон. Ладно. Стратечки нам не помеха, если мы знаем, чем их бить. Сейчас покачаюсь еще 10 раз. Да-да-да, молодец, молодец, ты профукал мне. Блин, еще одна драка тут же. Ё-моё, это трицератопс какой-то, или типа того? Или просто носорог? Нет, скорее просто носорог, да. Ну ладно. Да черт возьми, опять. Кусок грязи теперь на меня нападает. Скоро на меня начнет сам воздух нападать. Хотя, по сути, воздух на меня и так нападает. Тут же куда ни движешься, повсюду какие-то ловушки. Опять урод, который стоит и меня поджидает, и не пустит меня вперед, пока я не возьму его харю, не скину его вот по этому самому обрыву, чтобы он обстукался. И, блин. Они меня так уже все достали, блин. Так, ладно. Терпи, терпи, мать твою. Тоже какой-то бесполый. Это что, роботы все или нет? Ну хотя да, почему обязательно роботы? Просто какие-то чудища, которые размножаются ничем. Опять закопался в землю. Иди сюда, я тебя из-под земли достану, урод. О, нифига себе, однако, выкопался. Ну теперь я хотя бы понял, зачем нужен этот мув. Примерно так же, как полет, короче говоря. Так, какое чудище. Готов, нафиг.
У меня уже бедный Люксик, ему уже и бить нечем практически, и сил у него нету, и здоровья нету. Давай, Люксик, давай, терпи, терпи, мы почти у выхода, мы почти дошли, есть, есть, есть. Какое счастье, мы дошли до Покелики, при этом она находится в двух шагах от входа, между прочим. Можно будет теперь перелетать или до входа, или до сюда. Какая радость, я так счастлив, блин. Фух, наконец-то. Теперь никто мне не помешает, абсолютно никто. Да. Я надеюсь, здесь есть Поки-центр, а? Ну, собственно, да, тут уже пришло время и серию заканчивать, так что, походу, не удастся мне нифига тут. Тут, кстати, какая-то вещь, кажется, есть, да, отдельная. Ух, ну и высота, однако. Я бы очень хотел скинуть отсюда с этого обрыва кого-нибудь, чтобы он полетел с такой бешеной высоты. Уи-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 
Тут что, ничего нет или нет? Или все-таки есть? Фиг знает. Там, кажется, был какой-то предмет в Вики, я читал. Нет, ни хрена тут нету, короче говоря. Обломись. Так, надо вылечиться. Ну вот и, собственно, и Покелига. Тут, конечно, дизайн сильно так переработали. О, и Покецентр, спасибо, тут же запихнули. Красавцы. Лучше бы они все где-то все дело совмещали. Как-то вот, например, в Иксе там уже совмещается Покецентр и магазин. И, по-моему, в Блэке тоже. Ну, не помню, кажется. Да. Ну ладно. 5 минут у меня осталось до 30, так что да, как раз таки справился и уложился, можно сказать. Тут тоже магазины есть, но у меня, по-моему, есть все нужные вещи, поэтому обойдемся. Так. Ой, твою мать, твою мать. Стой, не иди без меня. Ты вызываешь Покелигу, не так ли? Вот почему я здесь тоже. Давай посмотрим, кто более круче, чтобы вызвать на битву или типа того. Да, это финальная битва с этим проклятым уродом. С этой, блин, желтоволосой обезьяной. Его ж не покемошечками несчастными. Ну, вроде бы да, насколько я помню, это именно финальная битва, поэтому больше мы с ним не встретимся. Мы последний раз этого урода вкатаем в землю и спросим его с того самого высокого обрыва, чтобы там расхреначился и больше не мешал, не вставал у меня на пути. Не мешал моим великим целям, блин, спасению мира в качестве чемпиона. Хотя да, мир-то я уже спас, поэтому никого я, по сути, не спасаю, но ладно. Ладно. Давай, терпи, Снорлакс, ё-моё, это чудище здоровенное. Оно, кажется, повреждается одинаково от всего абсолютно, то бишь нормально. Ну ладно. Ёлы-палы. Да, это будет, походу, нелегко. Ладно, давай, Люксик, терпи, ты сможешь, ты его уделаешь, ты его порвёшь. Ни хрена себе! Заснул, застул, вылечился, вот это да. Нехило, однако, читерство. Хотя да, он же спит, так что, в принципе, не такое же читерство. Как он спал, так я у него сейчас это все и отгрызу, откушу и так далее. Да, дурацкий мув на самом-то деле. Ладно, Геракросс, ё-моё. Жук-носорог, по всей видимости, какой-то. Электричество его бьет? Бьет, хорошо. Недаром же это все только время раскачивался в конце-то концов. Флоська идеально, идеально. Флоську мы сразу уложим за один раз. Готово. Так. Что там, Инфернеп и Лошни, да, надо же было, конечно, на плоскую переключиться, ну да ладно. Я думаю, мы с ним справимся тем же самым мувом. Discharge! Ё-моё. Ау. Это было больно, наверное. Ладно. Готова, обезьянка. Так, и Розерей. Так, я, пожалуй, уже не буду мучить бедного Люксика. Так, давай, тортик, выступай. The final удар. Я очень верю в этого последнего. У меня нет причины бояться. Действительно, у тебя нет причины бояться, потому что ты просрал всех покемонов, а я пока что ни одного. У тебя действительно нет причин бояться, парень, да. Ну, разве что, кроме того, что я хочу тебя сбросить с обрыва высочайшего. Так что бояться действительно нечего. Так. Вот и все. Готов этот идиот проклятый. Что случилось? Моя команда все еще требуется повышение? Конечно. 10 тысяч рублей мне выдал, красавец. Я полагаю, я не готов для Покелиги, если я проигрываю тебе. Твою мать. Ты видишь, твою мать? Я стану круче и выиграю, и пробью свой путь через Покелигу, потому что я собираюсь стать чемпионом, величайшим тренером. Джон, ты лучше. Ты лучше не проигрывай кому-нибудь передо мной. Да. Ну, капец. Позвольте подтвердить, что вы квалифицированы, чтобы вызвать Покелигу. Так, позвольте проверить ваши значки, которые получили от Сино. Кол Бейджик из Оренбурга, Форест Бейджик из Этерны, Релик Бейджик из Хёртхолма, Кобл Бейджик из Виллстоуна, Фен Бейджик из Пастории, Майн Бейджик из Каналава, и Асикл Бейдж из Сноупойнта, и Бекон Бейдж из Санничора. Ей! С
Спасибо, спасибо, меня пустили, ура, мать вашу. Отлично, тренер, ты собрал все значки в Сино. Демонстрируй свою силу, которую ты получил, и стань блестящим. Ну ладно. Как я уже сказал, каждый раз, когда буду приходить в Покелигу после победы, это будет выглядеть как в первый раз, только в рематчах покемоны у элитной четверки чемпиона будут сильнее, чем обычно. Ну, один раз имеется в виду повышение будет, дальше все будет одинаково. Их можно фармить постоянно и получать с них бешеное количество денег, поэтому... Поэтому, да, как я уже сказал, я пройду тогда сейчас Покелигу за кадром, и следующую серию мы начнем уже, опять же, как я уже говорил, ну-ка... На этом самом острове, чтобы пройти там сюжетку, за две серии, так думаю, я уложусь с этим делом. И потом, в последней серии, 22-й, я запишу как раз-таки прохождение Покелиги, выскажу все свое мнение перед тем, как ее проходить, как раз-таки вот буду здесь стоять и все высказывать. Потом мы пройдем быстренько Покелигу, я думаю, это будет легко, потому что там всего всегда 4 тренера и один чемпион. Так что это будет довольно-таки несложно, я же прокачался в конце концов, и пока буду проходить остров, я еще сильнее прокачаюсь, поэтому однозначно проблем у меня с этим не будет. Так что да, можно порадоваться, сколько мне там бабла, 843 тысячи. Можно, кстати, вернуться еще назад и пофармить там все, что осталось, и таким образом к концу игры заиметь 999 тысяч и целую гору непроданного барахла, которое мне все равно не нужно. Ну, посмотрим. Так что думаю, да, вот такой вот план, думаю, скорее всего он сработает, так что можно будет спокойно сейчас продолжать проходить Покелигу уже за кадром. А в кадре мы потом уже пройдем ее самый крутой, самый сильный, и я буду уже самым крутым, самым сильным, и враги будут самыми крутыми, самыми сильными. И я их опять всех перемочу с одного удара, это будет с одного удара, это будет уныло и неинтересно, в общем, все как обычно, да. Но это уже опять же будет попозже, а пока что займусь уже, собственно, исследованием оставшихся локаций там и так далее, подкачаюсь еще немножечко, пройду Покелигу, ну и встретимся уже на этом самом здоровенном острове. Ну а пока что все. Хотя бы спасибо за то, что этот проклятый Барри огреб от меня по самое не хочу. И его, кстати, можно будет встретить как раз таки на этом острове, только если я не ошибаюсь, уже в бойцовской арене в качестве противника. Ну и ладно, фиг с ним. Мне его хватило на всю игру. С самого начала он меня сопровождал, так что пошел он нахрен уже. Будем считать, что я его скинул с обрыва хорошим мощным пинком. Вот так вот. Да, красота и позитивчик. Ну ладно. Пойду сейчас в Покелигу, встретимся на острове. А пока что все.